Бендерские милиционеры бежали традиционный осенний легкоатлетический кросс. Погода способствовала тому, чтобы его участники в стремлении первыми пересечь финишную черту могли показать лучшие результаты и установить новые рекорды. Материал пресс-службы городского УВД в продолжении выпуска. От рутины и стресса спасает бег. Именно так считают стражи правопорядка в Бендерах. В прошлую пятницу, 20 октября, движение на трассе Бендера-Меринешта на несколько часов было заморожено. Все потому, что милиционеры бежали кросс. Эта локация для правоохранителей традиционная. Два раза в год, весной и осенью, УВД города Бендеры здесь проводит марафоны бега. Все бежим для себя. Но самое главное, немножко преодолеть свою лень любым темпом. Но пробежать трусой, медленно, но наступательно. Перед стартом напутственные слова и в бой. На старт! Внимание! Марш! В забеге участвовали более сотни правоохранителей из различных служб и подразделений. Милиционеры разных возрастов. Мужчины бежали 6 километров, женщины 3. С дистанции успешно справились все. Как кросс дался? Тяжело, девочки? А? Легко, легко, как всегда. Молодцы, все пробежали, почувствовали спорт, почувствовали силу, наверное, здоровья. Вместе с тем имеются результаты, есть сотрудники, которые пробежали с высоким результатом. Среди мужчин бесспорным лидером стал старший участковый микрорайона Борисовка. Его время составило 25 минут. За 11 минут и 23 секунды быстрее всех справилась с 3 километрами одна из леди в погонах. Победители и призеры удостоены медалей, грамот от ФСО «Динамо Правопорядок» и денежных премий. После забега милиционеры вновь приступили к своим прямым обязанностям – оберегать мир и покой граждан от преступных посягательств. Главная задача. Да. Ну, молодец.